Часик в радость, и сладость, дорогие хиканы. И сегодня наш очередной ломовейший трек. Рекомендую вам сразу подписаться на канал Хикана и поставить класс. А, погоди, что... блядь! А, хорошо, все хорошо. Сука, шмели прям... В глаза прям залетают укусил, комари. Блядь. Комари, почеши шмели, давай, подержу. Смотри, его расчавил, блядь. Я вижу, почеши глаз. Ужалю. Ставим класс, потому что производственная травма. Хы, мазафака. Я играю, значит, сим-картой моей матери, например. Да-да, не удивляйтесь. Вот. Дорогие друзья, ставим классы, потому что все жизненное, все из жизни. Готовьте сразу платки, чтобы вытирать слезы, потому что сейчас будет грустно, весело. Возьмите сладкую булочку и поебашили. Можете аккорды сразу подобрать. Тупорылые ебала наебалова, тетки едут страшные, жирнее Влада Валава. Крокодил, депрессия, особи нули, из перспектив Роскомнадзор и пиздюли в домах. Туман и сырость в домах, грязь и позор в домах, дохнут от рака в домах, Роскомнадзор. Безысходно спит и кандидос, пенсия $50 и передоз. Армия, война, тюрьма и гепатит, алименты, суд и простати дома. Туман и сырость в домах, грязь и позор в домах, дохнут от рака в домах, Роскомнадзор. И все вместе, дорогие друзья, Александр, все вместе еще раз. В домах туман и сырость, дома, грязь и позор, дома, дохнут от рака, дома, Роскомнадзор. Ставим классы, дорогие друзья. За нами выехал поезд. Нарядом ОМОНом. Например, ставим классы, подписываемся на канал Хикана, донатите с бабули на бич-пакеты, заказывайте рекламу и сигны, дорогие друзья. Тёмки-тёмки, лавки-лавки, покусики. До новых встреч!